Всем привет, с вами я, Свитрак. Мы продолжаем. Игра за ученых. В прошлой серии у меня вылетело. Просто вылетело. Да, вот такие вылеты будут, наверное, часто, скорее всего, к примеру. Но сохранений у меня не так много. Черт, у меня сохранение, посмотрите, насколько. Черт, я еще и должен отбиваться. Давайте я вот так сделаю. Удалить сохранение. Ну, погнали. Опять отбиваться, ёпта мать. А, мы остановились здесь. Нет, веселей, веселей, шевелись. Твою мать. Не отрываться. Еще остановились. А, не помню. Это не моя база. Не моя база. Я бы сейчас нанял армию, отвечаю, я бы нанял на все деньги. Я не смогу нанять. Ай, мать! Пошел нахер. Эти наемники, это стекло. Просто стекло. Первого класса, я не знаю. Ты здесь? А. Не торопись. Кого? После того, как он в меня выстрелил, это не годится никуда. Пошли, пошли. А можно аптечку, нет? Алло. Аптечка. Тихо, он заходит, он заходит. Не торопиться. Ну не торопись. Не отрубайся. Заходите по очереди, убью всех. Вот. Ага. Да ты не задолбали уже? Честно, я не понимаю. Не стали заходить уже? Ну? Он что, инвалид? Я не пойму, зайти не может. Сейчас наемники наймут армию уже. К этому времени. Не подставляться. Нейтрал. А, вот, объявить войну. Все, я понял, как это работает, пацаны. Пацаны, атакуйте. Дебил. Я понимаю, что это мой союзник, но он был против меня. Ух ты, мать, кто-то заходит. Вот твою мать, идиот, просто идиот, что я наделал? Я убил своего. Я даже этого не понял, кто заходит. Так, у меня соседи стучат, не обращайте внимания. У меня ремонт, видимо, у соседей опять. С башкой. Ремонт. Ремонт башки, короче, пошел.
Ну, мать, всякую херню забираем, ну ладно. Нет, у меня уже перевес. Но опять кто-то переходит в локацию, скорее всего, потому что хизы дикие. Но военные хизы ничего не делают. Ну это и хорошо. Болт я зачем подбавил? Я второй болт подобрал. Я, конечно, молодец. Убей. Куда его через прогиб? А, у меня вот это он. Буду. Сейчас главное сохраниться. Я думаю, не сохраниться, ладно. Довольно-таки повезло. Так, хоть... Прикрой меня! Мне перевес уже, охренеть. Я надеюсь, сейчас не убили всех, потому что...
Или... Как я думаю, еще ветераны будут не лишние. Эхери, война идет просто ровным счетом никак. Особенно мой FPS, 6 FPS, 6. Ё-моё, война идет ровным счетом. Никак. Сколько я нанял? 3. Хорошо, что 3, а не 1. А мне больше патронов нету, только 3 патрона, класс. А у меня с военными нейтрала, чтобы вы понимали. По сей день. Мне перевезли. Семеро или семеро? Я знаю, что такое семеро держать. Ну ладно. Мне просто надо скинуться срочно. Скинуться, а у меня лута миллиарды. Черт, как же лагает. Как же лагает. А можно вот, чтобы лут исчезал у меня из инвентаря? Он просто не исчезает, вы понимаете? Это просто ужас. Давай, ну исчезает уже. Я пошел! Помоги огнем! 30 лет пройдет уже, пока он исчезает. У нас 300-й, у нас... У вас уже не 300-й, у вас 400-й уже, наверное. Я не могу запаковать вообще ничего. Охереть, у них есть убитые.
вы же видели, сколько у них там убитых. Так, кстати, FPS немного прибавился, не знаю, что произошло. Особо ничего не поменялось. Для меня это, по крайней мере, шанс залутаться. Война идет ровным счетом. Никак, потому что... Да, как будто я этой войны не касаюсь вообще. Но когда монолит сюда придет, это будет уже печально. Вот это уже будет прикол. Это уже будет не смешно. Сотый? Ну, 200 я еще поверить могу. У них, наверное, уже не 200, а 300. Ой, что я делал? Что я наделал? Ха. Так, тут трупы есть? Трупы есть, один. Я пошел! Помоги огнем! О, какой труп наполнен лутом. Он упал. Упал. Я не знаю, что я подобрал. Может быть, сейчас я узнаю. А, ручной фонарь. Все, я понял, что я подобрал. Больше не могу так. Вот это басры. Черт, куда я нажал? Ну что я подобрал? Под топор какой-то. Что это? Шариковый мадловатрол какой-то. Да хоть обосрись. О, прикольно. Я еще что-то подобрал. Какую-то бумажку, не было хер с ней. Может быть, и не хер с ней, вот она, и часы подобрал зачем-то. Я же время не смотрю, зачем мне. У меня есть сверху. Ну все, тут вроде... Ага, все. Еще миллиарды трупов. Давай, наемники! Дай ему прикрыть!
пока, наемники нету. Охренеть, тут сталкеров у меня на базе. Именно которые мои. Опять что-то подобрал. Бумажку какую-то. Ты оружие-то опусти, мужик. Похо, ну тут стреляет прям под носом. А ты опусти оружие, опусти. Мужик! Ты оружие-то отпрячь. Ну, ты спрячь оружие, да, нас убьют просто. Я не успею достать оружие, и всех убьют вообще в конце. В конце концов, и все. И все, и все, и думать будет уже нечем. Некому-то что уже. Ну, это ферзь. Это уже не важно. Так, убери оружие. Убирай оружие. Ну как в жопу не дрался, ну конечно. Ого, тут что такое? Ого. Опять я пулю подобрал. Оружие убрал. Убрал, ясно? Угу. Серьезно? Что еще убрать? Жизнь твою. Давай я тебя в лоб выстрелим. Проверим. Выдержишь? Попадание. Охренеть. Не знаю, сколько нужно будет денег мне заплатить, чтобы... Оружие опусти. Наверное, веселую свою продать. Убирай оружие. Скорее всего. Охренеть, мы отбились от военных. Удивительно. Я серею. Что я делал всю серию? Это, конечно же, лутал. Слушаю тебя. Что скажешь? Почему тут люди стреляют в людей? Тут и так уже стреляют. Ну да, интересно, почему же люди стреляют в людей? Я херею. Я вообще в шоке. Совсем нету женщин. Это что-то предательство. Амазонок.
какие нахер амазонки? Это что, севший набор батареи? А, нет. Это тоже можно оставить. Да и все, в принципе. Мне сейчас попую. И все. Все, погрустнели. Что-то устал. Не так много времени пошло, а выложил все. Патронов все равно нету. Ну, эту пушку. Какая-то неприбыльная пушка получилась. Она вроде убивает с одного удара. Вроде все окей, но патронов что-то не имеет. Непригодные. Вот это непригодные. Что-то устал я. Не так это много времени прошло, а патроны. Патроны. Это непригодные еще патроны нашел. Так. Что у меня тут есть? Гранатомет вроде есть, патроны все равно это все равно нету. Всё, ну да ладно. Да, вот, хорошо, там, где... вот какого черта меня сюда привез? Лучше бы дома танки продам. Вот это, наверное, еще продам. Это шприц. Там. Это что? Сломанный детектор. Какие штуки можно продать? Братишка, пожалуйста, иди побыстрее. Сейчас я от радиации умру, скорее всего. Ой, вот это нужно оставить. Вот это прям нужно. А у меня что, радиация копится, да? У персонажа... Сколько? У тебя еще не бесконечные деньги. Встречаются, конечно, и не психи. Но когда смотришь на кое-кого, мажу вас спокойно. Твою мать, у тебя еще деньги не бесконечные. Чел! Что за говно, да? Это что? Малокомплект выживания. Шел я, короче, в одном из бушки. Мне сказали, есть клевое место, клевое. Факты вроде бы нычка чья. Ну и чего? Оно говорит, ты мне не понимаешь. Я говорю, да ей богу. Оно зашептало, вот это бога. У меня тюфейка зашевелилась. Ну покер вообще. Короче, нет копыта покер. Молодца. И главное, чекушка заметит туда же. Потом отдам. Да хаты целый день топать не держит. Это
Так, у меня есть еда, еда. Воды нет, ну полтора. Сахар на них. Диски. Диски. Так. Может ты? Вот ты. Ох, ё. Нету патронов. Чёрт. Нужны патроны срочно. Вы понимаете, что сюда монолит уже пришел? Монолит сюда пришел! Монолит уже захватил базу здесь. Монолит все захватил, монолит все захватил, монолит все захватил, свободы уже нету. Монолит все захватил. Бандитов нету. Военные тут уже. А все. Все, уже монолит сюда пришел. Понимаете, что все? Что же делать? Не нужно в Рыжелес идти. Не идти в Рыжелес. Не нужно гранаты побольше. Нечто. А мне их нету, да? Угу. Вот такое со мной приключилось. Да не гони. Толканул я дверцу. Да и не гоню. Закрыт. Что такое? Еще раз опять закрыт. Непригодные, непригодные, да? Это че у нас? Понял я, что очищенная вода. Давай-ка возьму побольше. Полез в окошко. Вот я это возьму. Поправился чуть. Пошел смотреть, кто это с дверью баловал. Там комната большая, в ней стол. Украинский телефон питания. Кофер возьму. А у стола стул стоит, высокий такой. Так все, погнали. Похер, монолит нападает, я иду в Рыжелес. Я иду за лесником, мне лесник нужен. Погнали. Встретимся там. Что-то я не понял сейчас. А я что-то не могу перейти на... Ты чё, врагов много или что? Погнали с монолитом повоюем. Оружие убрал. Убрал, ясно? Он хочет. Поехали. За что он съел, но похер. Он поел изюм. Там просто изюм. А тут и... Туда, конечно, идти очень рисково. Ну выключи. Как выключить фонарик? Что за говно? А это... А, это у меня зависло все. Перезагружусь. Так, продолжаем. Я могу целиться. Вырубаем фонарик. Фонарик.
Я попал в него. Ну пока там нет автомата, так. Я думаю. Броня реально решает это. Патроны нашли. Плюс монолита в том, что он заводит мне патроны сюда. О! Поняли? Поймал, видимо. Чё враг монолита? Всему составу отдыхать. Там вот отдыха. Тут монолит. Вали его, если выбьется. Унизили монолит. Прикол. Пушка. Колдовская. Если РПГ найду, будет вообще имба. Монолита я 100% не смогу найти РПГ. Я пошел, прикрывай! Кто-то я монолит. Тихо. А все, монолитовцев-то нету. А я боялся. Бояться есть чего, потому что монолитовцы могут убить нас. Выселить отсюда. Но мы и не сдадимся. Блин. Ты чё? Клуб, понял. Как спокойно стало на локации. Заметьте. Почти. Чё за мутант? Скушал мой подарочек. Скушал, скушал. Вкусно было. Бой? Я заметил. Как вчера, здравствуйте. Личному составу отдыхать. Получай, сволочь! Я лучше бы туда не лез, конечно. Ну да ладно. Получи, получи! Спасибо, вытащил. Один наш готов! Вытащил, обосраться. Мутант? А, ночью или днем. Нихера. Что это было?
что же за звуки? Но было страшно. А ты перешел? Нет, не туда. Никто не перешел. Черт, он опять убился. Урод. Ладно, все, давай. Пошел, нахер. Отсюда. Давай, убьешь меня, давай. Ой, пошел нахер отсюда. Бандиты! Вот у меня был сталкер проект. Там часто удивлялись, как же бандиты сюда попадают. А тут вообще ренегаты, вы о чем? Или кто это? Это ренегаты, да. Как сюда ренегаты попали? Вот у меня большой вопрос к этому. К этому всему дерьму. Зря военных убил так. Убил и все, они появились. Ренегаты всякие. Как он меня увидел? У меня большой вопрос к тебе, дебил. Большой вопрос к тебе, братишка. Один патрон, тихо. Опять монолит. Да ты что? Мне срочно нужна помощь, пацаны. Просто что-то было туда. Давай, стреляй по мне. Твою мать! Враг монолита убит. Я не сдамся без боя. Руки не даются. Знаете, что я делаю? А я делаю вот так. Идиоты. Черт. Молодец. Короче, она бесполезная, это граната обоссанная. Я буду защищать. Я своими автоматами и пистолетами убью. С другой стороны. Прикройте. Охереть, это много. Это невозможно! Это невозможно! Это невозможно! Мне нужен пулемет, чтобы их выставить! Говно собачье! Продолжим в следующей серии. Будем отбивать обосранный, тупорылый, уродский монолит. Как же он меня раздражает уже!